Правоохранительные органы всей страны в неустанной борьбе с наркотиками. На днях в Алатыре полицейские задержали женщину, которая занималась распространением наркотических средств. Далее репортаж моих коллег из пресс-службы МВД Почувашия. В оперативную разработку местных полицейских, а затем уже сотрудников межрайонного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления уголовного розыска МВД Почувашской Республики, жительница Алатыря попала еще осенью прошлого года. Полицейские получили информацию, что 35-летняя горожанка занимается распространением наркотических средств. Нужно было проследить каналы поставки и установить лиц, которые у нее приобретали, то есть родовых наркоманов. В середине января предприимчивая дама была задержана. В ходе обыска в ее доме было обнаружено вещество, похожее на героин, массой около 14 граммов. У вас наркотики при себе чего имеются? Да, я лично употребляю. А вы сами часто употребляете? Да. А сколько лет уже? 98 года. После проведения исследования было установлено, что вещество является героином. Со слов подозреваемой, наркотики она приобрела в одном из соседних регионов для личного потребления. А где вы приобретали наркотические средства? В Самарской области. Часто туда ездили? Хотя подозреваемая утверждала, что приобрела героин исключительно для себя, оперативникам удалось таки доказать ее вину по нескольким фактам сбыта наркотиков. Сейчас жительница Алатыря задержана. Решается вопрос о ее аресте. А в отношении гражданки у нас возбуждено 6 уголовных дел по статье 228 части 2, части 1, 228 прим. 1 части 1, 4 факта. И максимальное наказание, что предусмотрено данными санкциями этих статей, это 8 лет лишения свободы. Известно, что подозреваемая ранее уже была осуждена за аналогичное преступление. Ведется следствие.